Здрасте, представляем котел варочный на 600 литров с двумя мешалками. То есть здесь получается кран слива 2,50, заказали заказчик смотровое стекло, 2,75 крышка, убирается на две половинки, убирается по подаче. Получается здесь у нас подача, здесь уровень, сюда подаем, здесь контролируем уровень, здесь выход нагрева либо охлаждения. Котел пароводен. Здесь у нас стоит группа безопасности, вакуумно-аварийный клапан. То есть создаем давление до 0,4-0,2, нижний предел. Кламп под вытяжку. Заказали под вытяжку. Пульт управления. Значит, включаем сетевую кнопку. Терморегулятор для контроля температуры продукта. Это включение по блочной, то есть 7 кВт. Всего общая мощность 28 кВт. 7, 14, 28. Включение одной мешалки. Это фреза. В одну сторону воронка поднимает вверх, образует. В другую сторону воронка работает снизу вверх. Регулируем скорость либо быстрее, либо медленнее. И вторая мешалка включается со скребками. Либо одну сторону, со скребками работаем по часовой стрелке. Мешалка рабочего типа тоже. Регулируем скорость либо быстрее, либо медленнее. Все, котел готов к работе.